Этот рецепт очень простой и быстрый. На приготовление горчицы вы потратите всего пару минут, а хранить ее можно в холодильнике очень долго. За основу можно взять не только рассол из помидоров. А тот, какой у вас есть, помимо рассола нужны горчичный порошок, масло, мед и соль. Продукты доступные, их можно купить в любом магазине, поэтому смотрите, как приготовить горчицу на рассоле из помидоров. Список ингредиентов в конце видео. 1. Подготавливаем все ингредиенты. 2. Для того, чтобы удобно было хранить горчицу, выбираем банку с плотно закручивающейся крышкой, рекомендуем ее простерилизовать и высушить. 3. В сухую банку кладем горчичный порошок. 4. Рассол берем прямо из банки с помидорами, разогревать его не нужно, заливаем им горчичный порошок, все тщательно перемешиваем, чтобы не образовались комочки, лучше вводить рассол и постоянно помешивать. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. 5. Добавляем мед, соль и растительное масло, перемешиваем. 6. Закручиваем банку, накрываем ее полотенцем и оставляем при комнатной температуре часа на 3-4, можно оставить на ночь. 7. Горчица готова, хранить ее нужно в холодильнике. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Теперь о составе нашего блюда. Порошок горчичный 50 грамм, рассол из помидоров 150 миллилитров, мед 1 чайная ложка, соль по вкусу, растительное масло 1 столовая ложка, количество порций 10. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. Удачи, друзья, заходите.